Добрый день, уважаемые телезрители! Православная программа «Свету Гриши», я и ведущая Елена Буртейна, рада приветствовать вас. Мы снова встречаемся на территории Угрешской обители. И у нас есть замечательный повод. 30 августа Никола-Угрешский монастырь совершает память преподобного Пимена Угрешского. И сегодня у нас есть замечательная возможность вместе с иереем Романом Савчуком, выпускником Никола-Угрешской духовной семинарии, вспомнить батюшку Пимена, святого, который чудесным образом в своей жизни сумел соединить духовное и материальное. Для него молитвенника и строителя, 46 лет, проведенные здесь, на Угреши, были наполнены неустанными трудами на ниве Христовой и, конечно, благодарственной молитвой Господу. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем покровителя Угрешской обители, преподобного Пимена Угрешского. И мне хотелось бы сказать несколько слов об этом святом и поговорить о нем не просто как о феномене святости, а поговорить прежде всего как о человеке определенной эпохи, определенной исторических условий, как человеке, который жил и действовал среди реальных людей, и время которого не так далеко отстоит от нашего времени. Поэтому несколько слов хотелось бы сказать о преподобном Пимене в таких аспектах, как время, в которое он жил, и условия, которые касались не только общих исторических процессов, но и его жизни. Как воспринимали преподобного Пимена современники, свидетельства которых дошли до нас. Ну и несколько слов сказать о том индивидуальном облике святости, о котором мы можем говорить, когда имеем в виду преподобного Пимена Угрешского. Итак, первый аспект – это время, в которое жил преподобный Пимен Угрешский. В общеисторическом контексте это время середина, вторая половина XIX века, начинал он жизнь в первой половине XIX века, но деятельность его активная в качестве архимандрита Угрешской обители – это середина XIX века. Для Российской империи это, конечно, время во многом определяющее. Здесь и с 1860-х годов это эпоха Александра II, эпоха глобальных перемен, которая закладывает все последующие перемены. В культурном аспекте это эпоха просвещенная. И вот в это время преподобный Пимен, он смотрится как несколько личность, можно сказать так, чуждая эпохи, потому что сам он, мы вспоминаем, заканчивал Академию Пелагии Егоровны, как он говорил. То есть был человеком в светском смысле малообразован. Но по роду его деятельности, как архимандрита одного из монастырей, значимых Московской епархии, ему приходилось сталкиваться, конечно же, с людьми высокообразованными. И что касается его жизни личной, как вот время, особенности времени отображались на его личной жизни, то об этом мы можем судить со следующих фактов. Вот, скажем,
какие факты у нас есть? Факты, которые говорят о том, что время это не было простым. То есть Пимен Угрешский преподобный, святой, но тем не менее он жил в реальном времени, которое было очень сложно, и им воспринималось тоже с большими трудностями. Ну, приведем только некоторые факты, скажем, такие. Вот в ночь с 24 на 25 августа 1862 года в Угрешской обители была ограблена беседка, что при настоятельских кельях. Ограбил ее некий послушник Василий Смирнов, который несколько лет до этого был послушником в Угрешской обители. Далее, в 1877 году, в первую часу ночи, в июне, ограбили келью, в которой становился иеромонах Калиск, строитель Коломенского Бобринева монастыря, который был воспитанником, собственно, учеником преподобного Пимена. Преподобный Пимен был не просто настоятелем Николоугрешского монастыря, но он также был и благочинным общежительных монастырей Московской епархии. И вот, как благочинным его нужно было разбирать разные дела, не только в духовном смысле, связанные с монастырями, но и вполне приземленные дела. Вот одним из сложных таких событий было дело, которое случилось в мае 1870 года. Тогда преподобный Пимен, пришлось ему разбираться с гибелью келейника, строителя Екатерининской пустыни и иеромонаха Варсонофия. Келейник, молодой мальчик, можно сказать, погиб, и на это не обратил должного внимания иеромонах Варсонофий, и преподобный Пимен уже с полицией, со светскими властями вот, должен был разбирать это сложное дело и выносить какие-то суждения для того, чтобы священноначалие разобралось в этом деле. Дальше вспомним 1873 год, сложный для преподобного Пимена, он болеет в это время, и вот летом 1873 года ему был дан отпуск в Екатерининскую пустынь. Летом проводит там для того, чтобы поправить свое здоровье. Но оказывается, что в Москве уже пошли слухи, что преподобный Пимен пребывает на покаянии по распоряжению епархиального начальства, так как оскорбил действием одного из угрешских иеромонахов. Казалось бы, ну, слухи слухами, но это было очень сильно раздуто. Сам преподобный Пимен, он вначале это спокойно воспринял, а потом действительно переживал, потому что официально священноначалие епархиальное, оно в московских ведомостях только уже несколько месяцев позже официально объявило эти слухи неправдивыми. И это болезненно очень воспринимал преподобный Пимен. Конечно, эти свидетельства из личной жизни, скажем, из служения преподобного Пимена, они не являются какими-то такими очень глобальными. Но, тем не менее, они говорят о чем? Что преподобный Пимен жил в такой в жизни, которая бурлила, которая кипела. Непростой жизни, сложной жизни, со своими какими-то трудностями, с человеческими какими-то взаимоотношениями, которые складывались не прямолинейно и непросто. То есть это преподобный, но который показывает нам пример жизни преподобного в миру, даже, можно так сказать, в жизни, которая тесно связана с миром. И вот это для нас, мне кажется, достойный пример, что он смог сохранить свою простоту, чистоту веры даже вот в такой жизни, которая была отнюдь не затворнической и не лишена многих и многих искушений. Второй аспект знакомства с жизнью преподобного Пимена касается его восприятия современниками. Архимандрит Пимен занимал видную должность как настоятель монастыря значимый, как благочинный
монастыре общежительных Московской епархии. Поэтому он и соприкасался с разными людьми. И прежде всего, хотелось бы отметить здесь взгляд людей церковных. Начнем, конечно же, с святителя Филарета Московского, Филарета Дроздова, который очень тесно соприкасался с преподобным Пименом. И здесь даже не нужно цитировать святителя Филарета, потому что сами взаимоотношения с преподобным Пименом говорят о многом. Святитель Филарет был администратором достаточно строгим. Не все выдерживали его строгости такой, но преподобного Пимена он ценил и уважал. Именно он его выдвигает на такие должности ответственные, ценит его. Он неоднократно бывал в Угрешской обители, и вот все взаимоотношение было связано таким проникнуто духом доверия. А доверие святителя Филарета, если учитывать его такой достаточно строгий характер, оно о многом говорит. Далее возьмем равноапостольного Николая Японского. Казалось бы, Япония, Угреша, какая связь? Но тем не менее, Николай Японский был в Москве в 1880 году. Это был последний его приезд на родину, в Россию, перед его рукоположением в епископы. Он занимался сборами пожертвований на японскую миссию. И в Москве ему посоветовали, конечно же, обратиться тоже и к архимандриту Пимену. И вот в дневниках Николая Японского встречаем запись, краткую достаточно, но, мне кажется, очень показательная. 9 апреля 1880 года равноапостол Николай Японский пишет: «Потом отправился на Угрешское подворье к отцу Пимену, еще более никотою. Весьма умный старик, надеется, что я в Москве соберу потребное на храм и училище». Здесь что мы видим? Вот эта характеристика: весьма умный старик, из уст равноапостола Николая, который был тоже человеком проникновенным, человеком опытным, это дорогого стоит. И он отмечает, что преподобный Пимен интересовался деятельностью миссии, интересовался сборами, хотя был сам преподобный уже старым человеком и больным человеком тоже, но тем не менее он переживает за дело японской миссии, за которое так родил равноапостол Николай Японский. Это, видим, вот встречает такое тоже понимание со стороны Николая Японского. Далее архиепископ Ярославский Леонид Краснопевков. Он долгое время был викарием Московской епархии, епископом Дмитровским, и тесно дружил с преподобным Пименом. Всегда любил в Угрешу приезжать, переписываясь не с преподобным, он поддерживал его. Вот его такое тоже краткое замечание, яркое. Владыка Леонид говорил: «Люди, подобные отцу Пимену, великая редкость. Это самородки золота». Тоже достаточно емкая характеристика. И, наконец, вспомним Дмитрия Благово, писателя, который посвятил преподобному Пимену поэму «Ина». Вот как он свидетельствует о преподобном в этой поэме: «Игумен сам читал каноны, и по уставу положенный акафист Девы Пресвятой. И старца голос так был внятен, так умилительно приятен, с такой детской простотой читал игумен, что невольно тот голос в душу проникал, так сердцем всем овладевал». Здесь мы видим безусловное уважение по отношению к преподобному Пимену. И вот подчеркивается его простота, но глубина. Глубина его личности. Сейчас коснемся мы третьего аспекта. Это святость преподобного Пимена. Это уже аспект, который касается такой жизни его как избранника
Царства Небесного. И вот что здесь мы можем сказать? Мы можем вспомнить характеристики, опять же, преподобного Пимена, но уже как, который подходит к нему как к святому. Вот как биограф его говорил о преподобном. «Не был ни корыстолюбив, ни стяжатель, ни вещелюбив. Имея в руках сотни тысяч, он не сберег, собственно, для себя ни одного рубля. И все, что было у него денег, велел записать монастырскими». Это характеристика, казалось бы, хорошего настоятеля, хорошего управляющего. Но она относится к преподобному. И, пожалуй, мы можем сказать, что вот эта характеристика преподобного Пимена Угришского как святого очень нам близкого. В чем заключались его подвиги? А в том, что он хорошо выполнял свои послушания, что он был на своем месте, невзирая на всю жизнь, которая кипела, и вокруг него, да и в нем самом тоже человек, каждый немощен. Но, тем не менее, он был на своем месте и старался по мере возможности трудиться. Трудиться честно, трудиться в простоте. И вот тоже отрывок из биографической книги преподобного Пимена. «В постные дни и во время положенных постов отец Пимен, согласно с уставом, умеренно употреблял надлежащую пищу и в продолжении Великой Четыридесятницы, хотя и строго воздерживался от рыбы, но не удручал себя чрезмерным воздержанием, а говаривал: «Дай Бог соблюсти в точности то, что нам положено по уставу, не мудрствовать, а в простоте исполнять». Вот опять же характеристика, которая говорит о преподобном Пимене как о человеке близком, простом. Замечание такое, что он строго воздерживался от рыбы, для нас это по отношению к Великому посту кажется, ну, это же должен так быть. Но в 19 веке, особенно во второй половине, конец 19 века, отношение к посту было не такое строгое среди вот интеллигенции, даже духовной интеллигенции. Даже у праведного Иоанна Кронштадтского мы видим упоминание о том, что он употреблял рыбу, и Великим постом мог, царская семья постились строго первую и последнюю неделю, а остальное время и не постились абсолютное большинство интеллигенции, можно так сказать. Поэтому то, что преподобный Пимен соблюдал, вот это в строгости, говорит о его каком-то действительно таком настрое подвижническом, но не восходящем каком-то к древности, которая нам непостижима, а как бы в наше время пробивающей к жизни простого человека. Соблюдай то, что должно. Не ищи чего-то большего. Вот в этом найдешь спасение. И, наконец, завершая характеристику такого преподобного Пимена, как святого, хотелось бы процитировать его слова, которые он любил повторять и которые донесли до нас автобиографические книги, биографические книги о преподобном. Он говорил о чтении на богослужении. «Читай просто и внятно, а голосом не виляй. Слово Божественное имеет свою собственную силу и не требует, чтобы мы старались своим голосом придавать ему выражение». Вот такова была жизнь преподобного Пимена. Он старался не вилять, а старался, чтобы Господь действовал через него на том месте, на котором он поставлен. И дай Бог, чтобы этот пример доброго труженика, который благословен в Царстве Божьем, чтобы для нас стал вдохновением в наше тоже сложное, непростое время, сложных перипетий личной жизни, чтобы мы всегда искали вот пути такого простого делателя, делания того, что от нас требует обстоятельства сегодняшний день. И Господь дальше поможет, дальше даст нам сил для того, чтобы идти из дня в день.
Вот и завершилась наша очередная передача. Я от всего сердца благодарю отца Романа за то, что он нашел время и возможность побеседовать с нами о преподобном Пимене Угрешском. А с вами, уважаемые телезрители, мы сегодня прощаемся и говорим, как всегда, до свидания и до новых встреч! Духом, ныне, присно и во веки веков.